Ассаламу алейкум, приветствую всех. Надеюсь, я вам дал достаточно времени, чтобы вы высказались и излили на меня свой гнев. И надеюсь, вам полегчало. Если человек готов ненавидеть меня за просьбу, то грош цена его уважения. В прошлом посту я обратился к людям и сказал: просите. Обращайтесь, просите. Потому как считаю, что когда начинается война, начинается жестокость. Когда заканчивается война, начинается милосердие. Давайте я напомню вам историю Салахуддина. Я отпущу жителей, и пусть они уходят из города. Все. Женщины, дети, старики, твои рыцари и солдаты, королева тоже. Никто не пострадает, Бог свидетель. Христиане вырезали всех мусульман, когда взяли город. Я вам не стану мстить. Я ведь Салахаддин. Салахаддин. Что Иерусалим для тебя? Ничто. И весь мир. История запомнила его как самого благородного завоевателя и освободителя. И он ведь руководствовался своей религией. Азербайджан остался победителем в этой войне. Но когда война закончилась, хотелось бы призвать к хорошему примеру наших предков и к милосердию. На этом у меня все. Желаю всем мира, добра, благ.